These men of the north, they have suffered too long. The anger, it swells in their veins. Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить сюжетную кампанию Skyrim. В прошлой серии мы убили второго дракона, доказали все-таки Дельфиния, которая является членом полуисчезнувшего сообщества или гильдии клинков, что мы все-таки Довокин, что мы дракон рожденный. И в этой серии мы будем пытаться проникнуть Талмарское посольство. Так. А, у меня с весом все труба. Хорошо, в таком случае не буду брать ничего, кроме стрел. И отправлюсь сейчас куда? Куда бы мне отправиться? Отправлюсь я, пожалуй-ка, не в Ривервуд, можно в Вайтран. Давайте-ка в Вайтране продадим там все. И тогда уже отправимся по квестам. Я думаю, я вам это показывать не буду. Встретимся уже в Ривервуде. Итак, мы продолжаем. Я продал всю хламиду. Продал кости, продал чешую. Ибо мне еще до драконьей брони как до короля империи. Или до императора этих земель. Знаешь уже, нет? Дракон упал. На этот раз на рощу первый. Бывает. Хорошо, что я не на его месте. В чем дело, орк? Что тут произошло? Что тут произошло? Даже не знаю. Если тебе нужно что-то простое и надежное, клянусь, это все, что доброму воину нужно. Алвар. Что ты продаешь? Так, стапы. Одноручный меч. Нет, не меч. Меч мне пока не нужен. По одежке. Есть что-то орчье? Нет, пока только сталь. До встречи. Что тут произошло? Мне скучно стоять просто так, пап. Я могла бы тебя подменить. Так, давайте-ка на дубильном станке. Мне нужно продолжать работу, а тебе соблюдать дальше. Не волнуйся, я смотрю. Набьем полосок кожи. Ну еще на 5, да? Нормально будет. Тут шкуру снежного пустим. Волчью шкуру и козью шкуру. Все нормально. По слиткам у меня есть? Нужен новый клинок? Да все, что доброму воину нужно. Хотя нет, давай я у тебя, пожалуй, куплю. Это тоже такое будет отыгрыш роли. Это я вам уже хочу показать. Как нужно качать... До встречи. Ремесло. То есть... Сейчас для сравнения у меня 21, как вы видели, ну почти 22. Приберем железо. Можно было бы еще, конечно, накупить, но вот 10. Так, как это делается? А, вот так. И последний. 23. Было 20. За 10 вот таких вот кинжальчиков. Сейчас я прокачаю, насколько у него есть слитков. И тогда продолжим. Итак, вот мы продолжаем. Видите, почти 25. И теперь продадим... Если тебе нужно что-то простое и надежное, все эти клиночки Алвару. Сколько у меня там их получилось в итоге? Так, что это у нас? Это нужно, это нужно. 26! О, господи. Конечно, оно не окупается ни разу. Славного денька.
Но прокачивать папа говорит, навыки что я слишком приветлива с чужаками. Бесценно, на самом деле. Чего? Так, теперь отправляемся в таверну и решаем наши дела с дельфином. А вот и ты. Вряд ли за тобой следили. Пошли. А ты за мной следила? План. А ты, в общем, ничего. Вот. Чего? Железный меч добавлен. Спасибо. Добрый такой алкаш. Ладушки. Придумала, как провести тебя в Талморское посольство. Что-то мне это не нравится. Ты не пойдешь? Нет, мне не стоит. Меня могут заметить и узнать. Угу. Но тебя никто из них не знает. Пока что. Пока что. Это ты правильно сказала. Пока что. Каков твой план? Посланница Талмора Эленвен часто устраивает приемы, где собираются богатые и влиятельные люди, тем самым демонстрируя эльфам свою лояльность. Так. Я могу провести тебя на такой прием. Когда будешь внутри посольства, покинешь сборище и отыщешь секретные документы Эленвен. У меня есть человек в посольстве. Сделаю. Он сам не пойдет на такой риск, но сможет тебе помочь. Его зовут Малвар. Лесной эльф. У него много причин ненавидеть Талмор. Можешь ему доверять. Лесной эльф. Я ему передам, что вы встретитесь с Элитьюди, смеющейся крысе. Знаешь это место? А я пока попробую добыть тебе приглашение на прием у Эленвен. Хорошо. Найдешь меня в конюшне с Элитьюда, когда договоришься с Малварном. Есть вопросы? Вопросов нет. Так вот, лесной эльф, я думаю, его будет не жалко. Ну, если что, чё, кому ж погибать? Не нам же, верно? О, Камила, привет. То, что коготь вернулся на свое законное место, много для нас. Ты со мной не хочешь говорить? Благодарю тебя. Ладушки, слышал, Каш? Мой люб... Есть у тебя эльф или мед? Мед, жив. До встречи. Пока-пока. Так, поехали дальше. Сейчас мы отправимся... Ты тут новичок, так что на первый раз прощаю. Но лучше не зли меня. Не надо. Собачка. Слышишь, пацан, тебе дорога твоя собака. Хороший песик. Хороший песик. Ну, я еще вернусь. Давай, давай. Пока. Твою мать. Ладно. Куда нам нужно? В Солитьют. Но я не хочу идти через болота. В Морфоле возьмем повозку. И там будет довольно-таки дешево поехать в Солитьют. По-моему, 20 золотых, самое дешево, или 10. Просто не хочу идти. Так. Где бы там мне... Легиону всегда были нужны сильные и умелые... Раздобыть повозку. Ты думаешь, что справится? Дело с повозкой не пошло. Подвести! Поэтому... Я вернулся в Вольтран. Куда едем? Отвези-ка меня в Солитью. Залезай обратно и отчаливай. Это все равно 20 золотых. Фигня. Ну что, поехали? Да-да, едем. Солитью. Посмотрим. Что ждет нас в этом городе? Чего стоит опасаться? А чего нет? Кстати, это же в Солитюде у нас заседают имперцы. Точнее, имперский легион. Так. Давайте-ка посмотрим на заданницы, какие у нас активные. Встретиться с Малборном в Солитюде. Хорошо, поехали. Все побежали. Зачем я ношу с собой стрелы? Ну, неважно, пускай будет. Каджиты. О, еще одна мерзость.
Но, наверное, самых хуже из всех представленных тут раз, это ящерица. Ох. Блин, мне показалось ли он пропал на время? Нет, показалось. Эльфийская сталь, красивая. Но красота не для нас, не для орков. Что они делают с дядей Рокбером? Скажи им, что он не виноват. У-ху! По местам. Парень, предал. Иди домой. Долой, иди голова. Не придет мама. Долой, голова. Ладно. Давай уже. Я не буду на это смотреть. Для тех, кто не в теме до сих пор. Сейчас идет казнь того, кто открыл ворота Ульфрику Бревестнику. Точнее, того, кто выпустил его из города. Здорово, мать твою. Что тебе нужно? Я от нашей общей знакомой. Правда? Ее выбор пал на тебя? Надеюсь, она знает, что делает. Ты что, охерел? Значит так, я могу пронести кое-что для тебя внутрь посольства. Даже не пытайся, дай мне то, без чего не сможешь обойтись, и я пронесу это в посольство, остальное за тобой. Все ладно, готово. Я пронесу это в посольство. Так вот. Мне пора идти. Я тебя найду на приеме, не волнуйся. Перво-наперво мне нужен мой орочий топор. По одежде мне бы пригодился, честно говоря. Ну да, кольцо удара, мой щит и фулл-сет брони. Я думаю, это все. Хотя нет. Еще ты мне дашь зелья. Это хорошо, что я про них подумал. Вот, вроде бы все, да? Надо одеться. Сапожки у меня какие-то есть? Да, есть сапожки культуриста. Хотя нет, сапожки культуриста плохо. Так, ну, вроде как все, да? Такой оборванец. Твоя задача — пройти на прием, так? Хорошо, я все понял. Успокойся, парень. Чтобы в тебе не заподозрить... Во мне не заподозрить шпиона. Я мистер Беспалевность. Его еще не убили? Веди себя прилично в моем городе. Удар вот этой секиры — страшное зрелище. Ой, твою мать, слышишь? Да. Ты кого решил напугать, мать твою? Не лезь к неприятности. Ты случайно не наемник? У меня есть работенка для тебя. Да? А что тебя беспокоит, мать твою? Да понимаешь, у меня преступник сбежал. Я всем сказал, что он умер на допросе. Я это сделаю. Хорошо. Я приготовлю к твоему возвращению полный кошелек монет. Да. Я палач тут, в Соличьюте. Это моя работа. Я понял. Похоже, тебе скучать не приходится. Зависит от того, какой смысл ты вкладываешь в это слово. Я тут к тому же главный тюремщик, не пыльная работенка. Понятно. Когда следующая казнь? Не скоро, но я бы с удовольствием перерубил чешуйчатую шейку Джарера. Грязный ящер в жизни не вошел бы в этот город, если бы был жив верховный король Торук. Это я тебе точно говорю. Ну ясно, ладно. У вас тут свои терки. Джарира. Джарира. Это каджит. Хотя нет, чешуйчатая. Значит, это этот. Твою мать. Забыл, как раса называется. Органианин. Во. Чертов ящер. Ну ладно. Со всеми разберемся. Со всеми. На побережье к западу можно найти место крушения Бранхаммера. Бранхаммер? Какие сокровища могут быть на борту? Ууу, Бранхаммер? Корабль, судя по всему.
А вы заметили, что выносливость расходуется намного меньше, когда бежишь в легкой броне? Ну, это правило логично. Это я просто что-то не обратил внимания. Так это что? А, это повозка. Так, дельфина. Привет, то, что нужно пронести в посольство. Да. Хорошо. Вот твое приглашение на прием. Но ты сможешь пройти. Это значит, что тебе нужно одеться соответственно. Ну ладно. И не тащить с собой целый арсенал оружия. О. Когда все будет готово, отдай мне все остальные твои вещи. У тебя будет только то, что тебя не пустят на прием. Успокойся, сейчас я оденусь, ну. Так, ну, нарядные ботинки, нарядная одежда. Давай-ка еще колечко оденем. С аметистом. С аметистом дороже. В Талмарском посольстве в таком виде. Почему? Я круто выгляжу, смотри на меня. Вообще. Ладно, пусть будет так. Сойдешь за обычного гостя. Ну, пока рот не откроешь, конечно. Ты ну что, держи шорты? Пора садиться в экипаж и ехать в посольство? Я ж тебя сожру. Ладно, все готово. Не бойся. Все тебя дождется здесь, в целости и сохранности. Надеюсь. Главное, вернись живым и с уловом. Удачи. Спасибо. Поехали. Прямо в лапы к врагу. Надеюсь, оно того стоит, дельфин. Надеюсь, оно того стоит. 8-й уровень. Блин, слишком мало для того, чтобы идти в такое место, как Талмарское посольство. А, еще какой шикарный экипаж, да? Ты. Смелее, господин. Спасибо. Я опоздал исключительно из-за того, что заблудился в этих богами забытых горах, а не потому, что хотел опоздать. Я предпочитаю приходить пораньше, часто за день до праздника, чтобы уж точно выпивку не пропустить. Ладно, всем спасибо. Продолжим в следующей серии. С вами был Марс. Всем пока. До новых встреч.